Так, нам мама. Давай, без видео, все. Сценарий другой. Я всем желаю так, счастья, здоровья. Желаю всем. Многое лето. Спасение души. Во имя Отца и Сына. Спасибо. Все наши прихожане. Наше золото, золотой наш фонд. Вот наше золото, наше богатство, наше сокровище. Спасибо. Вот оно. Это тоже так. Что-то встретить как-то. Анализируешь. Люди. Все. Ну, все, вот. Занимайтесь, это центральное место. Господу помолимся, Господи помилуй, Господи Боже наш, Тебе молимся, Тебя просим, да знаменится святыца Твоего на раке Твоем всем, тихоне, и да знаменится крест единородного Сына Твоего в сердце и помышлениях Его. Вы же бегаете суеты мира, и от всякого лукавого навета вража поставил те же повеления Твоим, и дашь, Господи, неотреченно прибытие имени Твоему святому на нем, соукупляемо во время благопотребных святей Твоей Церкви, совершаемым страшным тайном Христа Твоего, да по заповеди Твоем жителя Твоего и сохранив печать нарушима, получить блаженство избранных во Царстве Твоем благодати, человеколюбие неделованного Сына Твоего, с Ним же благословен и сей с Пресвятым и благим ровторяющим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Радуйся, благодатная Богородица, Дева, и Тебе, Мать, я Солнце правды, Христо Бога, рассвещает тучия во тьме, весь небесей Христос все праведный, приемы в объятия освободителя душ наших, дарующего нам воскресение. За речение имени, а сейчас уже мы начнем молитву сорокового дня. Господу помолимся, Господи помилуй, Господи Боже, Вседержителю Отче, Господа нашего Иисуса Христа, все естество словесное, живи словесное, Слово Твоим создавай, и вся от несущих, воеже выйти, приведай Тебе, молимся, и Тебе просим, Твоею волю, спасланеси рабу Твою, Елену, очисти от всякого греха и от всяких скверных, приходящих из святей Твоей Церкви, да не суждено сподобится причастить святых Твоей тайн, и от нее рождена от рача, благослови, возрасти, освети, вразуми, о целомудре, о добромудстве, яко ты привела Исея, и показал Исея ему свет чувственный, да и умного сподобится свет во время, ежа определил Исея, и запречтется святому твоему стаду, единородным твоим сыном, с ним же благословенный Исея, с пресвятым благим ротворяющим твоим духом, ныне присно в веки веков. Аминь. Мир всем. Главы ваши, Господи, преклоните Тебе. Господи. Господи Боже наш, пришедший на спасение рода человеческого, приди на работу, Елену и сподобию, честным Твоим пресвятым хода храма, слава Твоя, а мы и оскверну телесную, скверну душевную, в исполнении 40 дней, сотворяю достойно и причащение честного тела и крови Твоя, яко святите и прославится, причастное великолепное имя Твое, с Отцем и Святым Духом, ныне присно в веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи Боже, на 40-й день младенец законному храму принеси на отмарение иску собрания святые Твои Матери на объятиях праведного Симеона, носимый сам, Владыка Всесильный, и принесенного сего младенца, явитеся Тебе всех Творцов благослови, на всякое дело благое Тебе Богу угодно, возрасти, отгоняет мимо всякую сопротивную силу знамени во вражении Христа Твоего, Ты и сохрани младенца Господи, да сподобится святая крещение получить часть избранных Царствия Твоего, соблюдаем с нами благодатью Святой Единосущной Родильной Троицы, Тебе выподобает всякая слава, благодарение, поклонение, с обезначальным Отцем и Пресвятым Благим Ротворящим Твоим Духом на непресном веке веков. Аминь. Мир всем. И Бог.
Главы ваши, Господи, преклоните Тебе. Боже, Отче, Вседержитель, Великласнейшим Пророком Исаием, предовозвести Вы нам, ежа отдел воплощения единородного Твоего Сына и Бога нашего, иже в последние дни благоволением Твоим содействием Святаго Духа спасения ради нас, человеком, безмерным Богу утроме от Него младенствовать изволивать, и пообучив в законе святом Твоем в исполнении дней очищения святилища принести Тебе претерпение истинно законоположных сей, и на объятиях праведного Симеона носить сей изволи, и Боже таинство преображения предречено пророцы плечами угля, явленное по знакам. И Боже, мы верни подражание благодати держи. Сам и ныне сохраняем младенца Господи, благословят рачасия, вкупе с родителями и восприемники Его, из подобия Е во время благопотребной водове Духом от рождения сопрети Е святому Твоему стаду, словец и ховец, нарицающийся именем Христа Твоего. Я как третий Всевышний, живые на смиренной презирай, Деве славу высылаем Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне Христа, век веку. Аминь. Вот, молитву прочитали матери, теперь, значит, крестная сюда. Так, крестная вы крестная, да? Давайте вы тогда справа оставим младенцу матери, чтобы он нас устроил. Да? Так, ребята, так, матери немножко сторонку. Да, вот, вы сюда вот, да, а вы здесь. Вот, так, Господу помолимся, Господи помилуй. А имя Твое, Господи Божий, истинный народа Твоя, Сына Святаго Твоего Духа, возлагая руку мою на рога Твоего, младенца Тихона, сподобившись, бегом Тебя Святому, имени Твое, Господь, крылшек, сохранитеся, оставь от Него ветхую он и прелесть, и исполни Его, ежеща, веры, надежды, любви, да разумеет, яко Ты и Те един Бог, истинный народа Твой, Сын Господь наш, Иисус Христос и Святый Твой Дух, дашь Ему во всех заповедях Твоих, ходите угодно Тебе, сохраните, яко аще сотворит сия человек, жив будет в них, напиши Его в низе жизни Твоя, соедини Его, стану наследие Твоего, да прославится имя Твое Святое в нем и возлюбленное Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, животворящего Твоего Духа, да будут очи Твои, взирающие на Него, милостью воину, и уши Твои, розлости глаз, моления Его, возвесили Его в делях руку Его, во всяком роде Его, да исповедся Тебе, поклоняясь и славе имя Твое великое, Вышнее, восхвалит Тебя, выну сядь живота своего, Тебя поет вся сила небесная Твоя есть, слава Отца и Сына, Святого Духа на ней, Христом веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, запрещайте вы, дьяволе, Господь, пришед в мир и вселивайся в человеке, дружище Твоему учительству и человеке измер, и жена древе сопротивной силы победи, солнцу померзшую земли, поколебавшуюся гробом, отверзающимся телесем святых восстающим, и же разруши смертью, смертью упразднее мучего державы смерти, сие тебе, дьявола, запрещаю тебе Богом, показавшим древо живота и уставившим херувимами пламенное оружие, обращающееся стрельщи, то запрещен будет. Он им, увы, тебе запрещаю, ходившим, як по сухой на плечо морской, запретившим бурю ветра, ибо зрение сушит бездны и прещение растывает горы, то ибо и ныне запрещаю тебе нами, убойся, изыди, отступи от создания сего, и да не возвратишься, не жу, таишься в нем, не же досрячешься или действуешься ни в ночи, ни во дне, или в часе, или в полудне, но отойди во свой Тартар, даже до уготованного великого дня судного, бойся Бога, сидящего на херувиме, презирающего бездны, ибо же трепещет ангели, архангели, престол Господа, начало власти, силы многочитие, серувимы, и шестокрылатые серафимы, ибо же трепещет небо, земля, море, и вся яжа в них, и изыди отступят, запечатанного, новоизбранного воина Христа Бога нашего, о нем бы тебе запрещаю, ходившим на крылью ветра творящим, ангелы своего огня палящ, изыди отступят от создания сего со всей силы, ангелы твоими, так и прославился имя Отца и Сына, Святого Духа на них, Господи, веки веков. Господу помолимся, Господи, помилуй. Прошу меня, мой поклон, покрывающий мой.
землю утверждения нет и понесводит века, призывающего воду во рту и поливающую воду на лице всей земли, изыди отступи от ниже Христом, пресвящения готовящегося, запрещаю тебя спасительным страданием Господа нашего Иисуса Христа, и честным его телом и кровью, и пришествием, и страхом, и иди Бог не закосне, судя всей земли, тебе спасет на твою силу умучен, и я не помню никогда на тьму кромешную, и держи черти, усыпая мне угасаемо, я бы держал Христа Бога нашего, с Отцем и Святым Духом, и не присну, и не слепу. Аминь. Господу помолимся, и извини из него всякого лукавого нищего духа, сокрыв угнездящегося в сердце его, духа прелести, духа лукавства, духа живу, служения всякого лихоимства, духа лжи, всякой нечистоты, действуемое получение дьявола, сохрани и сотвори его, а в час словесное святаго, стана Христа твоего, учета Церкви твоя, сына наследника Царства твоего, да под западе, там жизнь, духа сохрани, печать, нарушимая, соблюд, ризу, несмерную, пусть это блаженство судьбы от Царства твоя, благодать еще родами, человека, любви, дел родного сына твоего, с ним, друг, наставил Иссея, сын Пресвятым, Бог, Иван, Утворяющим, твоего, Христа, 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 отрицаешь лица сатаны, и все дела его, и все ангелы его, и все послужение его, и все гордыня его. Отрицаешь лица сатаны, и все дела его, и все ангелы его, и все послужение его, и все гордыня его. Отрекался ли все сатаны? Отрекся, это прошедшее время. Отрекся. Отрекался ли все сатаны? Отрекся. Отреклась ли все сатаны? Отреклась. Иду не плюнет в него. Вниз будет. Поворачивайся. Воскопу и произносим обет и крещение. Сочетоваешь ли все Христу? Сочетоваешься. Сочетоваешь ли все Христу? Сочетоваешься. Сочетоваешь ли все Христу? Сочетоваешься. Сочеталось ли Иисус Христу, тоже прошедшее время? Сочетался. Сочетался. И веруешь ли Ему? Говорите, веруй Ему. Веруй Ему. Яко Царю. Яко Царю. И Богу. И Богу. Так, как у нас символ веры? Веру в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца невидимого, всего невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божий, Единородного, и же от Отца, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденная, несотворенная, единосущная, Отцу им же вся выше. Нас, ради человека нашего, ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшейся, распятого же за ныне Понтием Пилате и страдавший погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего десную Отца, и паки грядущего со славою судить, и живым и мертвым Его же царствием не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном поклоняемый и славимый, глаголовший о пророке, во единую святую соборную апостольскую церковь, исповедую единокрещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Сочетался ли Иисус Христу? Сочетался. Сочетался. Сочетался ли Иисус Христу? Сочетался. Сочетался ли Иисус Христу? Сочетался. И поклонись Ему. Значит, произносим. Поклоняйся Отцу и Сыну и Святому Духу. Поклоняйся Отцу и Сыну и Святому Духу. Троице